псу по кличке Бетховен около года. В приют он попал со сломанной лапой. Здесь его вылечили и обеспечили всем необходимым. Возможно, в роду пса был ризеншнауцер. Бетховен будет хорошим охранником. Активный пес со звонким голосом. Пес ищет новую семью, где о нем будут заботиться и любить. А мы напоминаем, что в Центре помощи животным будут рады любой волонтерской поддержке, а также кормам и лекарствам для кошек и собак. Сейчас на ваших экранах вы видите все координаты приюта и счета, на которые вы можете перечислить денежные средства. Не оставайтесь безразличными, кроме нас, животным, никто не поможет.